напев окончательно сложился, и текст ее стали петь разными словами по разные стороны баррикад, по-разному. У белых пели «И как один умрем за Русь святую», а у красных «За власть советов». Вот такой боевой романс. Вот что рассказывает поэт Михаил Матусовский. Приступая к съемке «Дней Турбиных», Владимир Павлович Басов, режиссер, вспомнил, что в те давние времена, когда происходит действие пьесы Булгакова, в моде был романс «Белые акации грозди душистые». Так романс получил вторую жизнь. Но петь мы его не будем, но хочу предварить вам сказать, что когда у нас будет танцевальная часть, у нас одна пара станцует этот танец, медленный вальс «Белые акации грозди душистые». Так что у нас еще все впереди. А слова вы помните, да? «Белые акации», ну не будем я слова, что я буду слова говорить, когда все знают. И лучшее исполнение «Белые акации грозди душистые» Сенчина. У нее такой ангельский голосок, только ее голосом можно петь такой романс.